Это третий ребята. Где встать? Хорошо. Да ладно, гитарна. Ребята, всем привет! Сегодня мы постараемся поднять ваше настроение и сделать ваш вечер чуточку лучше. Я думаю, будет весело и круто. Мы будем притворяться русскими. Так-то мы как бы. Очень много интересного вас сегодня ждет. Погнали! Давай, пацаны, давайте чуть сыграйте, пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Ну давай, что я уже завис, давай. А давай я тоже гитару принесу сейчас по ее месту. Давай, принеси. Давай. Ты меня будешь ждать? Да. Буду. Все, давай. Я сам переключил. Он же сейчас такой злой придет, он же чисто бык такой. Ты его видел. Блин, он нас найдет, он точно нас найдет. Погнали! Давай, опа! О, бля. Где встать? А вот когда коммунистический гимн отыграет, многие встают. Бабка точно у меня встает. Чисто русские народные песни. Хочешь поучаствовать в розыгрыше AirPods и куче других призов? Тогда слушай внимательно. Че делаешь? Страницу обновляю. Зачем? Ну тут трек должен выйти очень крутой. Акстар, блин, такой исполнитель вообще просто. Акстар? Как вам такая подводочка? В общем, ребята, 20 марта выйдет мой собственный первый трек. Он будет называться «Мальвина». Я хочу попросить вас о поддержке, чтобы вы максимально помогли распространить этот трек. А за репост этого трека ВКонтакте мы будем разыгрывать AirPods и еще много других призов. Так что обязательно ставь напоминание. 20 марта. Акстар, трек. Вот, вот эти с моей ушной серой прям будешь разыгрывать. Нет, другие, новые. Другие, новые. Трек «Мальвина», в общем, 20 марта, ребята. Очень надеюсь на вашу поддержку. Я тоже надеюсь. Сыграй что-нибудь, пацаны, пожалуйста. А что вы хотите? А прям что повеселее. Может, вам еще повеселее что-нибудь? Ну давай, давай. Что-то мы сегодня вообще по-веселому прошлись. Давай. Давай, я на барабанах. О, кстати, давайте вот эту песню еще никто, ребята, из вас не слышал. С этим, с барабаном, да я не вам. Хорошо, но я сначала поделюсь своей историей. В общем, я сегодня подбирал песенку, и она очень сложная была. То есть, прикинь, там нужно было зажать на шестой струне первый лад. Понял, да? Да. И на первой струне 12 лад. То есть, это невероятно сложно. Я вчера целый день тренировался, сегодня тренировался, и... Ну, короче, слушай. Это третий ребята. Это да, я вырезал специально для этого третью. Ну отдай! Я. Тебе показать? Ну, давай. Э.
загадывай что угодно. Хоть что угодно. Окей. Сейчас я подумаю. Угу. Да, подумай. Сейчас, подожди. Не торопись, мы не торопим тебя. Фу, хорошо, что... Ну, сейчас подумаю. Так. Думай, думай, не торопись. Паш, я тут. Да, чисто я тупанул. Ты там с человеком общаешься. Я думаю, может, там что-то интересное. Вообще нет, вообще нет. Это было максимально тухло. Для тех, кто не понял, Антон все это время сидел под столом, пока я ищу кого-нибудь для пранка, а я об этом просто забыл. Сер. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле. Из нас вышел неплохой ансамбль. Угу. Ух ты, здорово! Не хуй себе. Смотри. Давай, жги. Ну. Слушай, Акстарыч, я схожу, выйду на минутку. Там зачем? Джон Петруччи ждет. Сейчас я ему должен передать кое-что. Медиатор судьбы, я погнал. А пока у меня свободная минутка. В общем, ребята, хотите круто научиться играть на гитаре? Приложение Timbro вам поможет. Это приложение научит вас играть на гитаре, даже если вы совсем этого не умеете. Что вам для этого нужно? Timbro и гитара. Давайте я покажу на примере кукушки. Надеюсь, меня за это не забанят. Учись играть на гитаре с помощью Timbro, ссылочка в описании, абсолютно бесплатно и для Android, и для iOS. Оно реально научит тебя играть на гитаре, и это очень классно. Привет. Чувак, если ты хочешь, чтобы все пошло по плану, ты должен узнать его, говорить, что он супер крутой блогер и так далее, а сказать, что я какой-то хрен с горы, что я вообще делал. А можно, пожалуйста, помедленнее? По имени Солнце. Сыграй звезду по имени Солнце. А я спою, давай. Давайте. Полотенцем. Ах, у меня вон там полный унитаз. Кака. А поделитесь? Здорово. Привет. Это плов? Да, да, да. Откуда угадал? А я знаю, просто я там же был. Смотри, вот вы знаете группу Мумитроль? Да. Да. Слушай, утекай, ты можешь вот сделать? Я вот знаю, не утекай, я знаю, улетай. Не, утекай. Утекай, погоди. Чувак, слушай, мы бы сыграли Мумитроль, но просто проблема, нам уже пора идти, мы уходим, уходим. Уходим. Как дела? Хорошо. Да ладно, гитар нормально. Флаг развивается. И флаг развивается, да. О, даже встал человек, сразу понятно. Ну да, крутой человек. Стримите. А теперь мастер оф папис. А, че, реально? Охренеть, нормально. Да? Можете что-нибудь такое конкретное сыграть? Например? Например, он что может? Подпишись на канал, а иначе то би. Здорово, отец.
Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы хотите продолжение, давайте наберем 500 миллиардов лайков. Ну, хотя бы 15 тысяч лайков, и мы, возможно, снимем продолжение, если вам понравится, действительно. А на этом все. Не забывайте про трек 20 марта Мальвина. Боже. Раз уж тема пошла на саморекламу, значит, переходите по ссылке в описании на мое видео, где мы будем общаться с иностранцами. Да. Играть им и узнаем, знают ли иностранцы гимн Советского Союза. Не забывайте подписываться на Антона, смотреть видео со мной на канале Антона Коваленко. Да, и не забывайте, если в чат-рулетке узнаете Пашу, врать, что знаете меня тоже.